Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, забираем с тобой две награды. Первая за Лигу Сёгунов, а вторая за Лигу Самураев. То есть, ну, меня сбросили, это понятное дело. Я два дня не играл в нее, так что мы сейчас, наверное, с тобой где-то в Лиге Самураев, может быть, даже еще и ниже. Посмотрим. Для начала давай-ка выполним с тобой задание. Так, открыть колоду. Это я с превеликим удовольствием сделаю. Так, нам здесь ничего особенного не падает. И дальше, наверное, мы будем с тобой искать на нашего супер шреддера остатки роскоши, которые нам нужно. А это именно 9 ящиков с инструментами. 9. Поехали. 8. Ай-яй-яй. Да как так-то? Здесь вообще должны эти ящики выпадать только на ура. Я офигею. Да ну. Ну, наконец-то. Что-то меня тут, по-моему, решили кидануть с этими ящиками, если честно. Угу. Так, ладно. Сколько там еще? Я уже сбился со счету. Ящика 4, наверное, да, надо еще. Или 5 даже. Давай посмотрим, а то тут что-то перебор, по-моему, идет. Так, еще... Сколько? 3? По-моему, 3. Раз, два. Раз, два. И последний, последний. Да. Прокачиваем до 4-й ступени, друзья мои. Так, а здесь нам нужно с тобой, ё-моё, 14 катушек, да, и знаков 18. Блин, дофига, если честно. Ну, я думаю, за серии 3-4 мы управимся. Так, поднять уровень персонажа. Ну, как ты понимаешь, у меня мутагена очень мало. 6000. Это если только повышать кому? Леонардо вот этого можно, в принципе, да? Вот так вот. Заберем с тобой награды. Сегодня, друзья мои, надо нам как-то, я не знаю, на арене подняться. Плюс еще испытания пройти. Времени остается мало, сегодня среда. Так, плюс еще жетоны. Ну ладно, это я за кадром уже набью. Так, зайдем в магазин, глянем, что у нас тут есть. А у нас тут ничего нет по жетонам. Естественно, сразу приобретаем Алапекс. Потихоньку-потихоньку, ребята, она качается, скоро апнется. По жетонам 440. Если даже, предположим, я пройду полностью испытание на жетоны, да, друзья мои, скорее всего, мы с вами сможем приобрести 3 ДНК, да, на нашего Рафаэля ролевого. Так, пожалуй, мы и поступим. Но сначала, как ты понимаешь, мы бежим с тобой прямиком на арену. Лига Самураев 3 звезды. Грубо говоря, сейчас у нас с тобой будет второй буст. Первый был, как говорится, в понедельник, а второй именно сейчас. Почему буст, ребята? Потому что меня скинули ниже плинтуса, да? И нам нужно с тобой, как говорится, наверстывать упущенные. Короче, в первую очередь я беру Леонардо. И, как ты видишь, здесь у нас 44-45 уровень. Лео их всех порубит с одного, как говорится, удара, с вертушки со своей. А отыгрывать мы будем вот этих вот слабых персонажей. И, как ты понял, да, мы сейчас будем брать Леонардо. Может быть, Усаги. И брать вместе с ним слабых наших героев. Таким образом, мы с тобой... проведем большее количество боев, получим большее количество кубков и, возможно, вернемся на свое прежнее место. А заканчивали мы с тобой, если не ошибаюсь, в лиге, по-моему, Сёгунов 3 звезды. До мастера мы не дошли в прошлой серии. Так что вот сегодня надо будет как-то, ребята, подтягивать. В плане вы... Не, вот это как называется, ребята, я целый бой провел идеально, и мне всего лишь 2 ступеньки вверх дали. 2. Молодцы, красавцы. Ну, такими темпами я буду на месте топтаться еще не знаю сколько времени. Вы что, издеваетесь надо мной, а? Это что за подставы такие? Ну-ка, давай еще разок проверим. Если и сейчас на 2 ступеньки меня продвинут, ну уж извините, ребят, тогда... Тогда мы сегодня никакого буста не получим. Так, ну-ка, Лео. Я прекрасно знаю, ребята, что он с одной вертушки всех ушатывает. А ну-ка, была 45-я позиция, да? Или 43-я? Ну, даже пускай будет 45-я. 43-я все-таки, да? Ну, и сейчас что? Ну, вот, вот, уже более-менее. Ну, я не знаю, что там было с первым боем. Какие-то проблемы, ребят.
Игра иногда все-таки периодически подглючивает. Бывают у нее такие косяки. Не знаю, с чем это все связано. Раз, два, три, четыре. Вот. Погнали. Так, сегодня, наверное, будем, ребята, играть в растения против зомби 2. Возможно, будем покупать сегодня новое растение. И я склоняюсь, наверное, все-таки к имитатору. Хотя, на самом деле, хочется и яблочную мортиру взять. Да дофига чего хочется взять, ребят, но я не могу себе этого позволить. Только с вашей помощью. Вы можете мне в этом помочь. Да, вы можете мне в этом легко помочь. Так, ну что, друзья мои, давайте выберем, наверное, Дарина. Да, пускай будет Дарин. Лео, ты уж извини, я тебя сегодня буду терроризировать по полной программе, потому что, ну, надо выручать вот этих всех слабых наших персонажей. Надо их как бы отыграть, я знаю, что тебе нелегко. Ну, откатов у нас, слава богу, накопилось немало. Поехали. Ребята, видите, я, как говорил, в отпуске, да, будем дринкать часто в игры. А получается совсем немножко по-другому. Я сейчас вышел в отпуск, у меня очень много, так сказать, дел, которых нужно сделать. И если их делать не в отпуске, то их и уже никогда не сделаю. Тут с приобретением нового жилья вечные проблемы. Тут еще и... Ну, в общем, ребят, есть много дел, так что вы уж не обессудьте, что я не успеваю что-то там определенное снять, заснять. Почему на втором канале нету давным-давно игрушки «Жизнь после»? Я не знаю, друзья мои, подсел почему-то сейчас на этого Цусиму. Что-то мне так она увлекла. А в этой «Жизнь после», я не знаю, ребят, там орда... Она меня давит, губит, душит. Я не знаю, как с ней бороться, если честно. Уж больно какая-то сложная часть игры пошла, если честно. Ну, да ничего, успеем, ребята, все с вами сделать. Сейчас, тем более, еще будут некоторые новинки выходить. У меня еще там две или три игрульки, которые про запас. Сейчас только пройдем с вами Олью и Cyber Shadow. Вот эти две игры, они, в принципе, легенькие. Быстренько их должны прочесать. А потом, да, еще надо действительно допройти Castle Storm вторую. Не знаю, времени все нету. Как бы в отпуске, ребят, сидишь, знаешь, тебя берет такая слабость вечная, усталость. Ты постоянно спишь, ешь, спишь. Даже на улицу лень выйти. Вот серьезно говорю, не знаю, апатия какая-то. Вот. Тут-то когда работаешь, знаешь, все время как бы на позитиве. На работу сходил, взбодрился, домой пришел, отписал, лег спать. А тут, знаешь, прекрасно, что никуда тебе не надо. Такой вальяжно ходишь себе, знаешь, на расслабончике. Думаешь, времени у меня много, когда захочу, тогда и запишу. А время летит очень быстро. Да? Думаешь, вот полтора месяца отпуска, как много. Не успеешь глазом моргнуть, как уже на работу опять надо идти. И я знаю это состояние, когда так лень. Так, ребят, но не забывайте, что мы сейчас с тобой перейдем в Лигу Сегунов 2 звезды. Сегодня бы, конечно, до мастера дойти и попробовать, знаешь что? Попробовать пройти 2 испытания. Представляешь, 2 испытания за одну серию. Слушай, было бы неплохо. Надо попробовать это все реализовать. Так, подожди, у нас 53 уровень сейчас противника. То есть Шреддер, Леонардо уже может, ребята, здесь немножко спасовать. То есть он может не добить. Здесь-то, конечно, все хорошо получилось, но есть вероятность, что он может смазать удар. И мои персонажи, конечно, не упадут, но рисковать просто не хочется. Так, я поздравляю нас с Лигой Сегунов 2 звезды. Давай таким же темпом попробуем дойти до 3 звезд. Так, Арсен. Так уж и быть, возьмем его. Так, подожди, Армагон, куда ты вот все лезешь? Все ему надо куда-то. Так, 53, 54 и 55 уровень. Я думаю, нам это все равно будет еще, как говорится, под силу. Леонардо должен все это разобрать. Да, ребят, я думаю, тоже вот, ну, как бы немножко несправедливо, что один Леонардо здесь играет. Да, то есть он одними вертушками всех укладывает баньки. Но я тебе скажу другой. Варианта нету, понимаешь? Я могу
брать схожие по уровню персонажи, да, но тогда у нас вот эти вот слабачки, которые сзади остаются, да, в хвосте, как я их называю, они не отыграют ничего. Просто ничего не отыграют. Вот здесь, например, видишь, уже 58-60 уровень. Здесь уже большой риск. Здесь уже придется брать кого-нибудь, ну, например, даже не Паукуса, скорее всего, а Змейковьюна. И опять же двух слабых. Потому что от Майки с его уклонением здесь, ребята, особого ждать нечего. Поэтому бьем по Питу. Дальше делаем вертушку. Слэш, скорее всего, выживет. Странно. Даже Слэш упал. Хм. Но, видимо, он был слабо прокачан. Хотя уровень у него был 60-й. Ладно, двигаемся. Мне-то это хорошо. Мне-то это только в плюс, понимаешь? Я всегда думаю о плохом. Но если получается наоборот все, как говорится, фартит нам, то это же всегда замечательно, да? Просто я уже привык к тому, что надеешься на что-нибудь хорошее, а получается, как всегда, какая-то бяка. Ну что, давай посмотрим, как здесь. В принципе, я уверен, что Джастин здесь сможет их накрыть по уровню хотя бы, да? 58-й, даже может Леонардо один тут справится. Вот, видишь? В плане... А, Майки все-таки здесь даже по инициативе переплевывает Джастина. Вот оно что. Ну, в любом случае, Джастин бы смог бы здесь их всех добить. У него, видел, минус 2400 он нанес урона. То есть это приличный урон, а если брать еще и в массовом эквиваленте, вообще зашибательски. Так, ну что же, вы дадите мне, например, 15-21 или нет? Скорее всего, не дадут. Ладно, возьмем с тобой тогда Дурика вот этого. Я уже не буду никнейм его называть. Поехали. Окей. Кто-то просит меня в комментариях вернуться, ребята, в Shadow Fight 3. Я уже неоднократно говорил, что в Shadow Fight 3 я бы с удовольствием вернулся, если бы у меня игра не вылетала. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с самим эмулятором, может быть, что-то с компом. Но я не могу нормально играть, ребята. Я уже не один раз пробовал. В поединках может вылететь в любую секунду, кританутьВ общем, все только из-за этого, а не то, что мне неохота или лень играть. Потому что просто невозможно играть. В Shadow Fight 2, возможно, скоро вернусь, но ты прекрасно знаешь, насколько я эмоционально отношусь к этому всему. И как бы мне жалко своих нервов, просто-напросто. Там... Как вот я сам себе говорю, ну, Рэй, успокойся, это же всего лишь навсего игра, да? Но она почему-то иногда так... как говорится, углубляешься в суть этой игры, да, что воспринимаешь это, вот эти проигрыши, как на свой счет. Начинаешь все время орать, ругаться, потом весь день ходишь заведенный, что-то бубнишь, бубнишь, никак не можешь успокоиться, вот только из-за этого. Так же, как и в этот, когда вот играю в игру на втором канале, как она там называется-то, «Жизнь после», да, помнишь этот момент-то с Ордой? Блин, такое впечатление, как будто я сам в реале убегал. Мне, кстати, потом сны снились, блин, как я от этой Орды нафиг убегал. Весь этот, как не знаю, как в страшном сне, весь вспотевший, просыпаешься, глаза водички хлебнул и уже не хочется спать. Вот так вот почему-то у меня все это, ребята, отражается на мне, да, очень, так сказать, эмоционально. Ну да ничего, ну да ничего. Вернемся, пройдем, да пройдем. Все у нас будет нормуль с вами. Надо только немножко подождать времени. За все хвататься, ну просто элементарно не хватает, ребята, времени. Там часик, там полчасика, здесь полчасика. И в итоге день пролетел, ничего не сделал, а его уже как и не было. Вот. Так, ну что-то я тут разговорился, да? Мы уже тут, смотри-ка, с вами... Практически всех персонажей уже отыграли. И это круто. Значит, все-таки мы с тобой пойдем на испытание. Так, начнем с ярости Рафа сегодня, да? Вот. А насчет второго испытания, я не знаю, ребята, если у нас хватит там сыра, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, то начнем. Блин, сейчас у Шреддера у нашего, да?
Прокачка суперудара просто имбовая. Это какая там, четвертая ступень? До фулки не хватает всего лишь 3 ступени. Но я думаю, что этого ему будет достаточно. Кстати, мы с тобой перейдем сегодня в Лигу Мастеров, это точно я тебе говорю. Ну, а за остальные 3 дня, я думаю, мы не только перейдем в мастера 3 звезды, а и, возможно, даже возьму с тобой топ-место. Ну, сам понимаешь, 75 платиновых кристаллов, осколков на дороге не валяются, они нам очень нужны. Вот когда наши персонажи будут все в платиновом ранге, тогда можно будет об этом не думать. Тогда уже можно будет делать и составы от подписчиков, которые вы все время у меня просите, и всякие, я не знаю, там челленджи, и все-все-все прочее. Так. Рональд. Ну давай, давай, Рональд. Сыграем. Так, возьму сюда Рафаэля, наверное, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Ну тут как-то не особо хорошо. Давай, наверное, уберем. Зэка, что ли, взять? Да, возьмем Зэка. И бросим, бросим бомбочку. Замедляха сработает. Видишь, как плохо. Он 80 уровня, Зэк. Замедляху бросил, и сработала она только на двоих. Да. Причем у него до 6 ступени эта бомбочка прокачана, насколько я помню. То есть шанс срабатывания маленький, очень. Так, ну что, наверное, еще поединка 2, я так думаю, да, и мы с тобой будем в мастерах. Так, давай-ка мы определимся здесь. Вот, было, да? 22 кубка. Так, ладно, давай подождем. Сегодня еще, опять же, ребята, драконы, всадники Олуха будут. Посмотрим, как у нас там все с прокачкой. Деревню осталось чуть-чуть, ребята, и мы прокачаем. До какого там? До 11-го, да, по-моему, уровня, или до 12-го. Как ты видел, как Громелька сопротивлялась переходить в титаны, а? Я уже там злился, думаю, ну что за дела? Все не хочет и не хочет. Пришлось, конечно, воспользоваться с помощью кристаллов, да? Наших, чтобы... Ну, траты, как ни крути, все равно траты идут. Не там, так здесь, не здесь, так там. Они везде есть, ребята. Но, тем не менее, перевел его в титаны. Надо будет всех остальных также, как всех ближайших, которые особенно на арене у нас участвуют, надо будет их перевести. Я вот хотел бы посмотреть, как у нас будет выглядеть Костолом в Титане. Так, слушай, Алина здесь у нас и Мубарик. Вот давай Мубарика возьмем с тобой. Я так понимаю, что-то у нас близится к концу, да, друзья мои. Отыгрываем последних наших персонажей и идем с тобой уже на испытание. Так, тихо. Ну, здесь все понятно. Так, Лео идет первым. Отлично. Так, дальше у нас... Ага. Ну, давай вот так вот сделаем. Нормуль. Дальше Криса Брэдфорда ложим. Нормулька. Так, этого... Да что ты делаешь, а? Заблокировал ты, посмотри-ка. Успел. На. И получи. Ух. Получи. Не все так просто. Сплинтер, оказывается, еще от Донателло он не получил урона соответствующего. Ну что, друзья мои, еще один поединочек остался. И мы, да, мы с вами забираемся в мастер одна звезда. Так, выбираем с тобой Глаша. Ну давай Глашу. Какая у него интересная компания, кстати. Ты заметил? Два Рокстеди, два оригинала и Бибоп. Ха. Неплохо, неплохо. Давай. Попробуем сейчас сразить. Да что тут пробовать, ребят? Ясен перец, мы сразим. Тут вся топовая команда забралась у меня. Сейчас один Усаги только что натворит здесь. А потом Леонардо просто добьет, вот и все. Видишь, результат. Но зато мы с тобой закончили с ареной. Аренушку мы с тобой закончили и спокойненько идем дальше. Так, сейчас мы посмотрим, какую позицию с тобой заберем. Хотелось где-нибудь так
75-ю, 78-ю. О, 74-я, замечательно. Так, ну что у нас тут? Тут пока все тихо. Так, идем, значит, на испытание. Ярость Рафа. Будем проходить его в первую очередь. Так, сыра, как ты понимаешь, 72. Наверное, не хватит, ребята, у нас. Наверное, не хватит. О, господи, ты боже мой. Блин, это, ребята, это подстава. Почему подстава? Ну, я думаю, что ты понял. Ну, это что такое, а? Ё-моё, самый максимальный уровень это 61-й. Это у Паукуса. Ну и куда я дойду такой командой? Да никуда. Да. Слушай, а почему? Я вот сколько играю, я ни разу не помню, чтобы мне вот давали вот такую команду. Что-то изменилось, по-моему, в игре. Чтобы я вот в этом испытании таких персонажей получил. Как-то странно очень. Рокстеди, Крип, Кейси Джонс, они же все 50 уровня. Ну что я с ними здесь делаю? Да ничего. Кейси даже вообще 40-го. Это хорошо, если мы с тобой получим Рафаэля Видения и Ролевого. Это будет просто хорошо. Но я что-то сомневаюсь. 25 уровень. Уже 25 уровень. Понимаешь? Следующий будет 35, по-моему, да? А потом 45. Там уже придется Кейси Джонса, наверное, скорее всего, убирать из команды, потому что, ну, он будет фейлиться. Что-то я, честно говоря, не ожидал, ребята. Ну, вот подстава это. Просто по-другому не скажешь. Ладно. А второе испытание у нас там какое? Борцы с преступностью, да, если не ошибаюсь? Ну, посмотрим, кого нам там дадут. Я думаю, что там должны дать имбовую команду. Ага, Ксивер Монтес запинал. Ну вот зачем ты бросаешь вот это вот? Тихо. Так, Крип ответочку дал ему. Ну что же. Мне иногда кажется, что Крип и Макман один и тот же персонаж. Но ведь на самом деле это не так. Ну что, вот у нас Рафаэль Видение. 35 уровень. Ребят, ну, должны здесь пройти. Я надеюсь, Кейси Джонс не упадет. Я на это очень сильно надеюсь. Иначе будет обидно. По крайней мере, мне. Да, не дотягивает, ребята. Он своим ударом не может вырубить даже 35 уровень. О, только не гриб. Только не грибы. Ё-моё. Молодец, Рокстеди. О, круто, разобрались. Так, дебаф повесил. Ну, Кейси. А, это Кейси вражеский. Я думал, что это мой. Угу. Да, добиваем его. Нет, не добили. Так, вот сейчас у нас будет третья волна. Здесь у нас три Рафаэля. С ними тут лучше не шутить. Вот лучше бы Ксивер Монтес здесь сделал дебаф. Так, бросаем баллончик. Меткость понизили только на одном Рафаэле. Так, поджог. Ну, ушатаем, да, ребят. Вот на следующий поединок мы, скорее всего, с тобой уберем Кейси Джонса, потому что там уже будет 40 или даже 45 уровень. Сейчас посмотрим. Рафаэль Видение получили, это хорошо. Так, поехали. 45 уровень, действительно, убираем с тобой Кейси Джонса. Ну и будем бороться. Да, мы в меньшинстве, но ничего не поделаешь, ребят. Так, будем минусовать. Вот жалко, что у нас в этой команде нету баффера. Вообще нету. Мы никак свою команду усилить не можем. Так, добили. Уже вот чувствуется, как с натяжкой мы с тобой разбираем этих врагов. Тут, конечно, надо брать железноголового в оборот. Подожди. Вначале сделаем дебаф. Вот так вот. Теперь попробуем массовую атаку. Вау. Шикарно, ребят. Очень хороший дебаф получается, да, тогда? А здесь раз, два, три. Три Рафаэльчика стоит. Желательно бы, наверное, блин, да, они тут все мощные. Не вырубим, да? А так... Опять не шиша.
Ну-ка, шипы убьют. Нормуль. Так, Рафаэль с массовой атакой, надо его тоже сейчас будет ушатать. Ага, еще и постепенный урон повесил. Вот именно этого я и боялся, ребят. Сейчас еще и... Тихо-тихо, блин, сейчас урон будем получать. Так, поджог, может быть, получится у нас. Так, постепенный урон. Это уже хорошо, ребят. Так, давай-ка этого таракана. Ага. Рафаэля надо. Блин, все получаем, 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 получаем. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Минус и минус. Повезло, друзья мои, нам просто повезло. Вот насчет следующей битвы я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, мы уже не возьмем. Во-первых, там будет 45 уровень или какой-то 50 даже. Рафаэль ролевой у нас в кармане. А ты знаешь, что я тебе скажу? Тут даже нету смысла дальше прыгать. Почему? Смотри. Тут у нас классический, да, тут оригинал. И на эпизоде 7 только лишь Рафаэль Космос. Мы до него в любом случае с тобой не доберемся. В любом, хоть ты тресни. Даже вот здесь, скорее всего, мы не сможем пройти, потому что 55 уровень. Нет, я, знаешь, что тебе скажу? Давай-ка мы лучше сделаем с тобой вот сюда. Пойдем на борцы с преступностью. Здесь все-таки Пит, Роквелл, Кожеголовый и Слэш. Единственное, что хотелось бы посмотреть, кого нам здесь дают. О, дают. Ну, я не скажу, что прям топ-топ, но это все-таки лучше, чем, извини меня, предыдущие бойцы. Лучше во много раз. Причем здесь есть очень много массовиков. Так, давай вот так вот сделаем. Очень много массовиков. Здесь у нас с тобой есть даже хиллер, пускай не прямого действия, да, но хиллер, который делает постепенный отхил. То есть он вырубает сердцебиение, да. У нас с тобой каждый ход, определенный персонаж, до которого доходит дело, начинает немножко отхиливаться. А прямого действия это вот как вот у нас делает Леонардо и Рафаэль. Точнее, не Рафаэль, а... Ну да, и Рафаэль тоже, кстати. Как это делает Леонардо и Майки? Вот ты применяешь отхил, все, в эту же секунду полностью восстанавливается здоровье. У Супер Шреддера немножко не так делается. Так, ну что, Тимати, давай мы его тоже сейчас разберем. Все-таки 20 уровень, это для нас тоже вообще, ребят, ни о чем. Три волны. Возможно, возможно, мы пройдем с тобой это испытание полностью. А возможно и нет. В конце опять же будут мощные бойцы. Я помню прекрасно, там Кожеголовый, имбовый этот будет. Но у нас есть, у нас есть тут два с тобой имбовых персонажа. Просто топовых. Это Супер Шреддер и Армагон. Ну, можно еще взять Бакстера Стокмана к этой компании. 90 уровня с массовыми двумя атаками. Как можно его тоже прикрутить к топу. Так, ну что, пульверизатор у нас в кармане. Дальше мы идем на Макмана. Так, Макмана тоже сейчас разберем. Ну, здесь, ребята, я специально ставлю на автобой, чтобы как можно быстренько все это пройти. Шреддер бомбит. Вот мне нравится, что у Шреддера и у Армагона при определенных, ребята, обстоятельствах вешается броня. Это очень круто. Ты видишь, они оба с броней. И это классно. Причем броня, насколько я могу понимать, она стакается, ты понимаешь? То есть вот сейчас у них, ну, как бы по одному, да, удару защитки. Но вот когда он там бьет, 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 у него может быть даже два удара. То есть по нему бьют, у него еще броня остается. Они могут же еще и промахнуться. Так что это вообще круто. Ну что, Макман тоже у нас в кармане. И вот... Нет, это после Мондо Гека у нас начнется уже топчик, да? Там начнется у нас Пит, Роквелл и так далее. Ну, как ты видишь, здесь 40 уровень тоже для нас, ребят, ничего он не сделает. Вплоть до 60 уровня. На 60 левеле уже противника мы будем с тобой чувствовать какой-то определенный дамаг, урон. Потому что у нас уже будут уничтожаться жизни. А на данный момент просто играем на расслабоне. Тыч. Вот Крис Брэдфорд, вроде бы, да, каратист, все нормально. Но почему, блин, у него удары такие слабые? У него один мощный удар, это проникающий, когда он бьет ногой с вертушки. Все. В остальном что-то как-то, ребята, вот этот вот удар
Кибодачи, да? Как-то вообще ни о чем. Так, ну, давай. Бамс, упал. Ну, тут понятно, ребят. Такой еще... Как он меня раздражает, а? Где-то за помойкой прятался там, я не знаю, там... Это, наверное, этот... Крэнк-бомж. Сидел там, ныкался. Ловушку там для нас, типа, делал, да? Ладно, шутки в сторону, ребят. Ну что, тут у нас, ну, 4 волны. Уровень у персонажей полтинничек. То есть уже на следующей битве будет немножко посложнее. Но все равно должны будем пройти. Ну, это понятно. Вот эти вот дроны самые изейшие, я думаю. Да. Даже пикнуть не успели. Двигаемся дальше. Грибы. Терпеть их не могу. Да, ну что ты делаешь, ну. Так, вот видишь, сейчас сбили броню на Шредере. А у Армагона до сих пор еще осталось. Так, переходим на следующую. Вот здесь бы, конечно, бы лучше бы массовую атаку. Хм. Ну, они вроде бы и так неплохо справляются, смотри. Тихо, 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 добил. Волну, красавчики, молодцы. Без моей помощи даже справились. Отлично сработали. Ну что, идем с тобой на следующую. На следующую битву и голуби. Да, тут, кстати, 2 ДНК, ребята. Да, я забыл совсем. Вот, вот 2 ДНК, это уже хорошо, ребята. Это приятно. Ну, как думаешь? Нет, я, наверное, здесь буду уже сам рулить, как говорится, персонажами. Потому что там, ну, довольно такие майки всякие, да? Ну-ка, вот так вот сделаем. Тыдыч, ух, я думал, подобьем. Стакай себе броню, Шредер. Вот, молодец. Видишь, удар, и он уже настакал. Так, здесь у нас, ну, это дроны. Их можно вот так убрать отсюда, чтобы долго, да, не засиживаться. Так, здесь. Давай вот так вот сделаем. Ага. Давай вот так, наверное, сделаем. Так, майки, майки имеет. А, он решил хильнуться, зря. Хил тебе не поможет, парень. Хил тебе здесь не поможет. Все. И последняя волна. Сейчас попробуем массовую атаку. Ага, вот так сделаем. Хоба. Ай, грибок паршивый. Так, и я думаю, что армагончику будет достаточно. Вот и все. Вот и рассыпались они все, ребята. А мы с вами получаем... Это мы куда шли сейчас? За Рокулом, да? По-моему, на него будет 2 ДНК. Ну-ка, да. Теперь пойдем за Кожеголовым. Блин, Кожеголовый, ребята, мне тоже нравится. Персонаж такой, неординарный. Во-первых, он... Провокатор. Блин. Во-первых, он провокатор. Во-вторых... У него есть массовая атака, причем довольно не слабенькая атака-то. Слушай, грибы, вы сейчас да выпендриваетесь, а? Вот бесит они меня. Блин, не хотелось бы на них тратить. Ну, видимо, придется, ребята. Они еще под защиту встали. Все, рассыпались. Бесявые, конечно. Так, здесь, наверное, запустим с тобой. А давай я вот так сделал, сердцебиение. Пускай у нас персонажи будут отхиливаться потихоньку, да? И вот так еще сделаем с тобой баф. Вот. Так, волна пошла. Сейчас великолепный баф у нас с тобой. С контратаками. Ух. Ну-ка, пердушку. Ага. А ракеты? Нормуль. Теперь остается просто их добить. Минус. Минус. Переходим на четвертую волну и смотрим. Ага, вот она, команда Гуфи. Ну что, поехали, давай маузеров вызовем. Под усиленной атакой, да? Ать, как хорошо. Теперь вот так сделаем. Изи. А этого мусорщика мы сейчас с тобой вообще запинаем с полтыка, даже не спросим. Там еще какой-то матрас обоссанный, ребята. Это ж надо. Матрас сюда обоссанный поставить. Давай, тройной укус, и я думаю, ему крышка. А-тя-тя, ничего подобного, ничего подобного. Давай вот так вот сделаем. Шредер, ну-ка. Красиво. Да-да-да-да-да, все. Ну, сам понимаешь, забомбили мы.
Так, и получаем с собой две ДНК на коже голового. Ну что, будем пытаться последний бой сделать? Я думаю, будем. Слышь, это, извини меня, тоже красавчик. Уровень, да, и уровень, конечно, ребята, здесь 85-й. Точнее, не 8, или какой там. Блин, ладно, не имеет значения, будем пробовать. Будем пробовать справляться. Ух ты! Ну нифига вы, ребятулечки, тут. А хо-хо, не хо-хо, контратанка плюс усиленная. Давай валуном, конечно, Армагон. Попробуем. И то не всех забомбил. Так, нам нужно будет, вот, ребят, сердцебиение в обязательном порядке. Это что за дела, я не понял. Так, отхил. А, еще вот бафнемся с тобой. Вот, и поехали на разборку. Раз. Два. Так. Ну, с этим будет все намного проще. Проще. Давай, наверное, так вот сделаем. Угу. Так, нам бы броню с тобой стакануть. Было бы вообще замечательно. Так, Шреддер стаканул. Армагуша нет, к сожалению, да, пока. Так, переходим на третью волну. Вот они, черепашонки. Так, броню понизим? Понизим. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Началось, блин, вот это вот. Ты посмотри, что творит. Укус. Блин, я не буду, ребята, тратить пока. Не хочу супер удар именно на них тратить. Это, не знаю, ребят. Ё-моё, ну куда ты вот лезешь-то со своим отхилом? Давай броню повесим, ребят. Дополнительную защиту я имею в виду. Ах ты, гаденыш, а. Ну ты посмотри на него, он взял и провокацию. Что-то мне вот это вот совсем не нравится все, а. Сейчас контратака. Давай тройной укус. У него уже пониженная броня, ребят. Вот. Так, Донни. Донни меня... Блин, я надеюсь, Леонардо не сделал сейчас вертушку свою. Он может? Твою же дивизию. Как же это неприятно. Да ты оборзел, что ли? Я не пойму. Так. Добейте его. Так, ну-ка. Блин, он же сейчас опять что-нибудь чуданет, а? Блин, ну на то он и Лео, ребята. Тут как ни крути. Это только четвертая волна. Блин, мне нужно срочно сделать сердцебиение, ребят. Просто срочновски. Все, я сделал. Так, хорошо. Теперь погнали. Блин. Так, ага. Волна пошла, 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 пошла. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Я подумаю, подумаю. Нет, надо валить. Валить валуном, ребят. Нате. Ну что, где там этот бомжик? Блин, у нас с тобой как-то со здоровьем не очень хорошо, да? Ладно, попробуем все-таки его подбить. У него сейчас будут две атаки противные. Ну-ка, проверим Шреддера. Ну, насколько сильно бомбанет. Ну, неплохо, плюс постепенный урон. Давай-ка мы еще защитимся с тобой. И ракеты. Воу. А броню понизим? Нет, его... Блин, я думал, сейчас отдуплится. Что он там? Что? Живы, живы, ребята. Мы еще... Ой, не то хотел. Не то сделал, блин. Ну ладно. Все, ребята. Мы прошли с вами полностью это испытание. Мне нравится. Прошли великолепно. Шреддер не подвел меня, несмотря на то, что он уровнем ниже. Он имеет какой-то 81, по-моему, да? Да, 81 уровень. Дал фору, молодец, красавчик. Ну что же, остается у нас... Да ничего не остается, сыра нету, я хотел пофармить. Но зато в следующих сериях я точно буду фармить. Ты посмотри, какая тут великолепная, ребят, команда. Слэш, Кожеголовый, Роквелл, Пит. Именно вот эту команду, именно эпизод 8 нужно подвергать фарму. Слава богу, у нас с тобой есть телепорты. Бакинские тоже есть, в общем... Займусь-ка я плотненько фармом. Так, ну что, за кадром я пойду набивать жетоны, потому что к следующей серии мы должны с тобой немножечко купить ДНК на Рафаэля Ролевого. А на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!